Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодня в своем доме обязательно скажите волшебные слова. В сегодняшнем видео вы узнаете, что вы можете сделать, чтобы в вашей жизни все складывалось благоприятно. Сегодняшний день – это как раз то самое время для того, чтобы в вашей жизни все складывалось именно так, как вы хотите. Время, наполненное гармонией мира. Многим сегодня откроется истина или настигнет прозрение, но важно суметь разобраться в приходящей информации, дабы не принять желаемое за действительность. Сегодня энергия очень мягкая и положительная, что позволяет человеку с одной стороны ощутить собственную силу, а с другой не спеша разобраться в себе. Сохраняйте сегодня спокойствие и легкость движений. Этот день сегодня спокоен и не принесет вам никакие сюрпризы, либо прочие неожиданности. Все будет протекать спокойно и благоприятно. Энергия Луны сегодня мягко будет подталкивать каждого из вас на правильный путь, чтобы осознать, куда вам стоит двигаться дальше, для того, чтобы можно было укрепить и улучшить все свои позиции. И сегодня вы можете сделать для себя легкую практику, которая позволит вам, чтобы в вашей жизни все складывалось благополучно, чтобы не было никаких резких поворотов жизни и неприятных сюрпризов. И что вы можете сделать для себя? Все очень просто. Зажечь свечку. С этой свечкой вы должны заходить в каждую комнату, в каждой из комнат говорить такие слова. Свет от моей свечи мой дом очищает, лунный свет мне помогает. По верному пути я ступаю, все зло с дороги убираю. Лунный свет во всех делах удачу мне подарит, и в моей жизни по местам все расставит. Да будет так. Вот эти слова говорите один раз в каждой комнате. Считается кухня, ванна, туалет, каждая комната, коридор. Балкон не считается. Все. Когда вы прошли свой дом, свою квартиру, свечка у вас должна полностью прогореть до конца. Ну, огарочек можно просто выбросить. Вот такая практика сегодня, помимо того, что она очистит ваш дом и поможет вам решить даже самые сложные проблемы и наладить вашу жизнь.